А в Кремле сегодня, по уже сложившейся традиции, вручают государственные премии за 2008 год. 12 лауреатов, среди которых легендарная Валентина Терешкова, создатель отечественной антивирусной программы Евгений Касперский, хранитель Павловского парка Марина Флит, вирусолог Иосиф Фатабеков, принимают высокие награды из рук президента. В начале церемонии Дмитрий Медведев поздравил всех с Днем России. Я прежде всего хотел бы поприветствовать всех вас и поздравить с Днем России. Этот государственный праздник, а он даже более молод, чем само наше государство, прямо связан с современной жизнью, с тем, что происходит каждый день, и при этом дает возможность каждому еще раз обратиться к истории, далекой и совсем недавней, глубже осознать нашу ответственность за будущее страны. На этой церемонии в Кремле не было еще одного лауреата. 13-го имя и профессия этого человека или группы людей держатся в секрете. Известно только, что в этом году президент решил присудить госпремию по специальной тематике, но ее направленность не разглашается. Сразу же после награждения в Кремле состоится самый большой прием, который устраивает глава государства. На него приглашены более 1000 человек.